Приветствую вас, друзья! Я к вам со своим заказом от Oriflame. Давайте посмотрим, что же я заказала. Так выглядит коробочка. Значит, что же у меня в заказе? У меня есть новинки. Кто меня смотрит, подписан на меня, тут знает про мою собаку, уже давно с ней знаком. Поэтому привет вам от моей собаки. Как только я начинаю видео, он начинает лаять. Все без изменений. Как хорошо, когда что-то в этом мире без изменений. Правда же? Стабильность. Итак, из новой серии для волос по уходу за волосами и за кожей головы я заказала два продукта. Что же это? Это скраб для кожи головы. К слову говоря, я давно искала такой продукт. Ну, как искала? Такой продукт, скраб для кожи головы, есть во многих компаниях. Но я именно, наверное, ждала, пока выпустит Oriflame, потому что мне, в общем-то, не попадалось конкретно вот этого продукта, чтобы его купить уже как бы, ну, где-то в магазине или в аптеке, или чтобы его заказать онлайн, не попадалось. В общем, дождалась я такого прекрасного момента, когда в Oriflame вышел скраб для кожи головы, и буду его использовать. Прозрачный совершенно, немножко такой, знаете, освежающий, слегка ментоловый аромат. Сейчас я вам скажу, 75 миллилитров, но я думаю, это достаточный как бы объем, не нужно больше, потому что скраба не нужно там в каком-то большом количестве, там же, так же, как шампуни, например, или кондиционера. Вот смотрите, он слегка пенится. Я нанесла, была гелевая прозрачная текстура. Он пенится, ну, как пенится, увеличивается, ну, да, пенится, увеличивается в объеме. Я чувствую там вот эти вот частицы, которые будут отшелушивать кожу головы. Нежный такой, почти, ну, приятный, нежный, приятный аромат и слегка такой, все-таки аж освежающий, не ментоловый, но как бы освежающий такой аромат. Из чего состоят эти частицы, я не изучала пока, не могу вам рассказать. Ну, в общем, вот так это выглядит, увеличивается в объеме. Так, сейчас я возьму салфетку. И продолжу. Для кого будет хорош этот скраб? Вообще для всех. Абсолютно для всех. Если у вас никаких нет проблем с кожей головы, если вы не часто используете какие-то стайлинги для укладки волос, да, то вы можете использовать этот скраб, ну, раз в месяц, так скажем, да, может быть, раз в 3 недели. Но если у вас есть такая проблема, как перхоть, решает эту проблему скраб, то есть помогает справиться с этой проблемой. Если вы частенько пользуетесь стайлингами, лаками, пенками, муссами, укладками для волос, то для того, чтобы хорошо очистить кожу головы и корни волос от этих средств, конечно, скраб использовать... Ну, может быть, не при каждом мытье, но если вы моете 2-3 раза в неделю, то, наверное, один раз точно. И, ну, в зависимости, либо раз в 2 недели. Но это зависит от того, как вы используете средства для укладки волос и какой у вас тип кожи, как она себя чувствует. В общем, рада я такой новинке в каталогах Oriflame очень. Следующая также новинка из серии, вот эта серия Duology, да, называется. Я заказала кондиционер. В этой серии, в новой по уходу за волосами, 2 вида кондиционера. То есть там несколько шампуней, по-моему, 4 в данный момент, и 2 кондиционера. То есть кондиционер вы покупаете,
Не в зависимости от того, какой шампунь вы приобретаете, а в зависимости от того, какой у вас тип волос. То есть есть кондиционер для тяжелых и густых волос, и есть кондиционер для легких и тонких волос. Мои волосы очень легкие, очень тонкие. Когда-то их было много на моей голове. Но после зимнего, я часто говорю об этом в своих видео, после зимнего перенесенного вируса их стало в два раза меньше. Значит, что их много у меня было, как я сказала, сейчас не так много, но они всегда были тонкие, легкие, мягкие, воздушные. Вот. И, в общем, я заказала для себя в свое использование кондиционер для легких и тонких волос. Давайте посмотрим, как он выглядит. И немножко два слова расскажу вам о том, как же я восстанавливаю свои волосы. Приятный аромат. Вы знаете, он как будто бы такой все-таки легкий, легкий, какой-то цветочный. Приятный. Кондиционер такого молочного оттенка, гелеобразный, не очень густой, такой шелковистый, по крайней мере, по коже вот так он распределяется, как шелковистое средство. Ну, на волосах, конечно, он будет по-другому работать, но вот что я могу сказать при первом приятный очень оттенок, при первом знакомстве с этим средством. Так, ну и сейчас, наверное, я покажу вам два слова скажу о том, как я восстанавливаю свои волосы. Это вот такой вот комплекс Wellness by Oriflame, комплекс для волос и ногтей. Рекомендуемая курс это 3 месяца, то есть 4 коробки. В одной упаковке на 3 недели капсул. Вот, на 21 день, то есть 42 капсулы, 2 капсулы в день. Вот так выглядят эти капсулы. Пропив 2 коробки, то есть 1,5 месяца, выпадение моих волос остановилось. Вот это вот прям моя рекомендация, если у вас есть такая проблема с волосами. Вот. И так как остановилось, волосопад остановился, у меня был жутчайший волосопад. Сколько раз я вот так вот делала, проводила по волосам, столько раз у меня была полная рука волос. Это было вот прям даже страшно наблюдать, если честно, просто психологически. Вот. И когда остановила я выпадение волос благодаря этому комплексу, я заказала еще 2 коробки. То есть еще на 1,5 месяца и решила пропить полный курс, 3-месячный курс вот этого вот комплекса. И надеюсь, что после того, как я закончу вот еще, да, 1,5 месяца вторые, у меня появятся такие антенки на голове. В общем, что это? Это будут волосы, которые отрастают, волоски, которые отрастают на месте тех, которые выпали. Обязательно поделюсь с вами эффектом и своим впечатлением и тем, насколько я довольна после завершения уже этого комплекса для волос. Нутрикомплекс для волос. В общем, моя рекомендация к покупке. Думаю, что эта информация для кого-то будет очень важной и актуальной. Я надеюсь. Если это так, пишите, пожалуйста, комментарии под этим видео. И также прошу вас, не забывайте ставить лайки этому видео. Это очень важно для продвижения моего канала. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. По крайней мере, свой заказ я обязательно. У меня каждый каталог 1 или 2 заказа. Я всегда делюсь продукцией, которую я заказываю, делюсь опытом об использовании продукта своим личным. И также опытом своих клиентов, то есть кто у меня заказывает через меня. Так,
В общем, я надеюсь, что все поставили лайк, подписались. Продолжаем. Следующий продукт, который я также заказала для себя, это тоже новая серия. Это скраб для тела. Обычно я всегда где-то весной заказываю скраб для тела и пользуюсь им вот, ну, вот этот вот сезон, пока не закончится, и к следующей весне уже заказываю новый. Обычно так бывает, потому что на лето солнце, вода, возможно, море, морская вода, и кожа требует такого ухода, как почаще, так скажем, скрабирование, да, отшелушивание вот именно омертвевших клеточек, и чтобы кожа выглядела гладкой, чтобы загар ложился ровно. Если используете вы автозагар, то обязательно тогда перед этим мы используем скраб. Еще один привет от моей собаки. В общем, давайте посмотрим. Это новинка, я не знаю ничего про нее, в смысле, как она выглядит, как она пахнет. Запакована, то есть очень серьезно так запакована. Здесь пломба. Сейчас попробую. Ага, вот так она вскрывается. Сейчас посмотрим консистенцию этого продукта. Ох, какая красивая консистенция. Посмотрите, такой рыжеватый оттенок, гелевая прозрачная текстура с вкраплениями вот именно вот этими. Как интересно, у этого средства такой же аромат, как и у средств для волос. Знаете, какой свежий, полевой такой, приятный. Вот как воздушный, знаете, как летний ветерок. Очень приятно пахнет. Ну вот как, вот такой вот скраб. Из чего состоят частички, я не знаю точно, не изучала подробно это. Эту информацию. Знаете, я доверяю продукции Oriflame, я знаю, как она производится. В свое время я это очень подробно изучала, из каких ингредиентов, какой научный исследовательский центр, какие проходят продукции Oriflame тестирование. И, в общем, доверяю очень. Поэтому не заморачиваюсь об ингредиентах. Ну, конечно, какую-то информацию я изучаю для себя. Но вот как-то в моих видео, не знаю, обычно не рассказываю об этом. То есть из чего состоит, что за там какие ингредиенты входят. Я знаю, что это всегда будет хорошо сказываться на моей коже, на моем самочувствии, на моем настроении использования продуктов Oriflame. И, в общем, так я и поступаю. Заказываю и пользуюсь, и получаю удовольствие. Также я заказала себе вот такой вот массажер для головы. У меня есть предыдущий массажер. Он по-другому выглядит совсем. Он белый, прозрачный, с такими вот твердыми силиконовыми пальчиками. Овальный такой, больше, чем этот. Вот этот вот массажер, посмотрите, он круглый, у него вот такая вот ручка, и у него такие приятные, они как будто бы, знаете, они не силиконовые, а вот этот вот плотный силикон, да, как пластик, а как будто бы прорезиненный. Ну, не знаю тоже, что это за материал, но мне нравится. Вот уже, знаете, мне нравится больше, мягкие, при этом довольно-таки активные, смотрите, такие. В общем, если у вас есть предыдущий массажер, вы им пользуетесь. К слову говоря, я пользуюсь массажером постоянно при мытье головы, при мытье волос. Я вот именно наношу шампунь и потом вот так вот его распределяю. То есть вот стараюсь положительно действовать на кожу волос и на кожу головы. И таким образом не просто мыть как бы волосы, да, но еще и массажировать. Нравится мне. Рада я, что я заказала. Все-таки решилась и заказала. Я подумывала, раз у меня есть один массажер, зачем мне второй? Этот мне понравился намного больше. Классный.
Очень классный массажер. Ну, это полезно массажировать кожу головы. Также для активного роста волос. В общем, хорошая штука. И приятная. Приятный дизайн. Так, что у меня еще в этом заказе? Я заказала посос мужской. Possess the Secret, он был в онлайн распродаже по очень хорошей выгодной цене, это дорогой аромат. Вот заказала для клиентов. Также заказала для себя маску для лица Royal Velvet, это одноразовая маска серии Royal Velvet, очень мне нравится. Также я, в общем-то, с удовольствием могу петь оды этой серии. Крем вокруг глаз у меня почти в постоянном использовании. И я обычно чередую. То есть утром я наношу крем Royal Velvet. Вечером на ночь я наношу более такой серьезный крем. Это серия New Age обычно. Вот. И мне вот такое вот чередование кремов и эффект от использования нравится. У меня в информации под каждым видео моим есть информация о том, сколько мне лет, сколько лет я в Oriflame, и также другая информация. Поэтому пройдите, не поленитесь, почитайте. Возможно, это будет для вас интересно. Так, следующий продукт – это... В прошлом заказе у меня был такой продукт и для клиентки. И понравился, значит, ее родственнице, по-моему, этот аксессуар, и заказали второй. Значит, что это? Это вот в таком вот замечательном сетчатом мешочке два диска для удаления косметики. Это многоразовые диски, то есть вместо ватных дисков. Для тех, кто любит экономить, для тех, кто любит заботиться о природе, об экологии, такие вот многоразовые диски. Думаю, что вот этим черным диском все-таки удаляется косметика с глаз, тональный крем, то есть то, что вот очень декоративное, такое активное. А вот этим диском уже завершается процесс очищения. Это когда мы тоником уже завершаем процесс очищения и видим, что этот диск совершенно белый, то есть не изменил свой оттенок. Почему? Потому что лицо очень хорошо очищено. Вот так. Мне тоже нравится этот аксессуар, но пока я себе такой не приобрела. Подумываю о приобретении. Так, следующие продукты, которые я себе приобрела, это мочалки. У меня есть такие мочалки. То есть вот такая вот мочалка. Так, у нее. Давайте вскроем. Не новинка. У многих есть, давно она в Oriflame. У меня была разных цветов. Сейчас в данный момент у меня такая мочалка белого цвета, но я считаю, что она такая уже немножко утомилась, ее нужно менять на новую, и поэтому заказала себе вот новую мочалку, и такого же оттенка обновила себе массажные перчатки. У меня также есть эти массажные перчатки, им уже достаточно много лет, я не знаю сколько лет, а может быть лет и 10 даже. Вот, они не потеряли своих массажных свойств, но они розового оттенка и, ну, все-таки слегка уже растянулись. Знаете, мне захотелось тоже подустали, так скажем. Мне захотелось обновить, чтобы они были в одном оттенке. Очень удобные массажные перчатки, когда я хочу отшелушить кожу, помассажировать ее. Это бывает вот утром, утренний душ, скорее всего, когда я принимаю, тогда посмотрите, как она, ой, прекрасно, тут мои предыдущие уже, конечно, растянулись. Вот какая славная мочалка, очень такой отшелушивающий, хороший эффект она имеет, благодаря своему вот этому вот плетению и материалу, из которого она сделана.
Она продается по одной, то есть вот эти вот массажные мочалки, перчатки продаются по одной, но я бы советовала покупать сразу две, потому что это вот очень удобно. Знаете, сначала вот одну, потом вот переодевать на другую руку, да, и другую часть, как-то это, мне кажется, не очень удобно. А когда одеваешь сразу две, гель для душа, мылишь его и двумя руками так хорошо-хорошо массажируешь свое тело. И, кстати, бодрость придает необыкновенную, ну и отшелушивает кожу. И вообще полезно вот такой вот активный массаж во время душа, конечно, и полезен также для здоровья, не только для тела, для кожи, но и вообще в целом для здоровья, для самочувствия. В общем-то, это все. Если это видео было вам полезно, интересно, прошу вас, пожалуйста, напоминаю, ставьте лайк, не забывайте, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы под этим видео, отвечаю всем и с удовольствием, не обязательно, что именно по этим продуктам, про любой другой продукт также вы можете спросить про то, как вам заказать с более глубокой скидкой, чем указано в каталоге, и, возможно, даже какие-то подарки получить, какие-то бонусы. Для себя, то есть я никому не предлагаю регистрироваться для того, чтобы работать, зарабатывать, нет, для себя, для экономии своего бюджета и для радования себя какими-то дополнительными плюшечками и подарочками от компании Oriflame, на которые она, в общем-то, не скупится. Буквально через 2-3 дня выйдет новое видео с моим заказом по новому 7-му каталогу. Там будут новые очки, которые я заказала для себя, и другие интересные продукты. Поэтому подписывайтесь, чтобы не потеряться и чтобы следить за новостями из каталогов Oriflame и по продукции Oriflame. Всем хорошего дня и пока-пока!